смотрите, здесь конкретно у вас пойдет мастер-класс, здесь тренируется профессиональная команда RCC Boxing Promotion. 6 этажей, 12 направлений, собственная арена со зрительным залом. Все это уникальная академия единоборств РМК в Екатеринбурге. Сюда приехали воспитанники Челябинской спортшколы «Алмаз». Увидеть современное тренировочное пространство и получить мастер-класс от именитого боксера. Юниорам показывают все помещения академии, в том числе скрытые от посторонних глаз. Вот этот потрясающий сауна, наверное, знаете, да, что это такое? То есть сюда садят, голова мокрая, здесь люди сидят дольше, чем в сауне, потому что позволяет тело, то есть можно сидеть там 10-15 минут. Оборудование современное, направления разнообразные. От бокса и грэпплинга до кроссфита и силового экстрима. Ничего подобного нет во всем УРФО. В Академии единоборств РМК сегодня занимаются профессиональные спортсмены и любители, взрослые и дети. Для последних здесь особые условия. Родитель с ребенком может выбрать абонемент, где ребенок может сходить по нескольким направлениям и выбрать для себя то, что ему понравится больше. То есть тренер смотрит на него, насколько он вообще подходит для данного направления, потому что есть у каждого направления свои определенные тестовые упражнения, тестовые задания. Отличившихся на соревнованиях городских, областных и всероссийских берут в сборную академии. Строить дальнейшую спортивную карьеру им помогают бесплатно. А экскурсия тем временем плавно перетекает в мастер-класс. Его для челябинских юниоров проводит Евгений Тищенко, именитый боксер-тяжеловес, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро. Два прямых, два сбоку, два снизу, бьем по корпусу ладошками. Спортсмены внимают каждому слову наставника, копируют технику чемпиона мира, заряжаются мотивацией. Ведь на бокс у каждого из них далеко идущие планы. Ну, выиграть для начала область, Урал, Россию, потом на Европу, на Европу и мир. Я занимаюсь 4 года и решил выбрать этот вид спорта для самообороны, защищать близких людей и для поддержания физической формы. Старался показать им что-то интересное, провести одну из тех тренировок, как мы тренировались, будучи в олимпийском боксе. Я думаю, для них станет полезным делом, тем более они там готовятся к турниру, который у них пройдет в конце мая. В завершении визита в Екатеринбург то, к чему стремится каждый начинающий боксер. Крупнейшее спортивное мероприятие – профессиональный вечер бокса, организованный промоушеном русской медной компании. В финальном бою встретились британец Лиам Смит и российский боксер Магомед Курбанов. Пояс WBO International – это второй по значимости бой в данной организации. Он дает право в будущем претендовать за бой за звание чемпиона мира уже основной. Все это вкупе с атмосферой арены не только захватывает дух будущих челябинских чемпионов, но и дает им силы для новых побед. Инна Львошина, Александра Мыльникова, Наталья Шмухаметова, Илья Капелин. Урал-1.